Титаник в реальной жизни. Во время наводнения в китайском районе Хубэй удалось спасти 72-летнюю женщину. Муж привязал ее к дереву, чтобы ее не смыло течением. Ну а сам мужчина утонул. Ливни здесь уже привели к тому, что около 250 тысяч человек оказались заблокированы. На помощь людям, которые не смогли выбраться из зон затопления, направлены 500 военнослужащих и 1000 сотрудников других служб и добровольцев. Больше 10 тысяч рабочих занимаются укреплением берегов рек. По последним данным, провинции Хэбэй из-за ливней погибли по меньшей мере 114 человек. Еще 111 числятся пропавшими без вести. Из-за наводнений и оползней обрушились более 50 тысяч домов. Экономический ущерб провинции Хэбэй от удара стихии более 2 миллиардов долларов.